Добрый день, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и сегодня у нас Hello Neighbor Pre-Alpha. Но это, вроде бы это Pre-Alpha, но на самом деле это не совсем так. Сейчас вы узнаете, что тут к чему. Это видео будет, я думаю, не очень длинным, мы просто посмотрим. Да тем более, что эту версию пройти немного сложнее, чем обычную Pre-Alpha, сами потом узнаете почему. Короче, вроде бы все обычное, но мы подходим. Давайте включим даже свет, чтобы было более понятно. Подходим к двери и... Во-первых, другая была музыка, во-вторых, сосед. Возможно, вы заметили, что немного другой стал. Давайте пойдем к нему домой. А пойдем мы к нему домой сразу после короткой рекламы. Дорогие друзья, я продолжаю рекламировать канал «Чего хочу, то и ворочу». Пацаны Лёха и Витя тут снимают про свои различные приключения и про свою жизнь. Они часто в основном готовят различную еду. Но помимо еды они снимают и другие интересные видео. Наверное. Сейчас все, наверное. Определенно ничего не знаешь. Наверное, с папой, наверное, на такси, наверное, свинину купить. Я предполагаю. У меня еще, кстати, есть курица цельная. Разделаем, также замаринуем и на решетке, как в тот раз, крылья сделаем. Конечно же, тут и смешные моменты есть. Да. Иногда на канале бывают совместные видео с каналом Максимадзе, то есть со мной, а также с каналом Полное ТВ. Ну и в конце концов, часто он проводит стримы, на которых он общается со зрителями и отвечает на вопросы. Жалко только, что он их не сохраняет. Так что переходите и подписывайтесь на этот канал. Это канал Максимадзе, и мы продолжаем. Ну что, пошли домой к соседу. Канал «Чё хочу, то ворочу» реально поддержка нужна. Правда, вот он что-то... Да, видите, это сосед из Hello Neighbor 2. Камеры нету здесь? Ну ладно. Это не лампы ультрафиолетовые? Нет, ультрафиолетовой лампы нету здесь. Ой, твои ж налево, как не повезло, а. У него последнее видео, правда, вышло 1,5 месяца назад, да 2 почти уже и ничего нового не снято. А Витёк что-то вообще как-то забил. Его в 2 последних роликах не было. Ну, нет, он в предпоследнем ролике был, но он там вставлен чисто просто, чтобы был. Тупо, чтобы был. Там был отрывок, который должен был в позапредыдущем ролике быть. В 3-м с конца, короче. А так он не снимался. Лёха говорит, что он что-то забил. Я после съемок ролика про бургеры... Не про бургеры, про шаурму. Чемпионат вообще ни разу не видел его. После съемок я ни разу его не видел. Так что, возможно, я его буду заменять. Так, вот надо бы как-то... Он сейчас телек не смотрит? Смотрит? Вот удобнее всего... Блин. Как досадно, а. Он еще и ту дверь закрыл. Ну, бебец. Открой, пожалуйста. Ладно, давайте его будильником отвлечем. Как он выйдет через закрытую дверь? Интересно, вот мне будет знать. А, кстати, ну-ка давайте попробуем стул убрать. Это возможно сделать. Правда, будет сложно немного. Вот этим трюком можно убрать стул, но не всегда это срабатывает. Вот сейчас, например, что-то не получается.
что-то не получается, что-то. Блин, он что, прекратил смотреть телевизор? Ну и что ты там встал, блин? Иди, иди. Ой, ты чё, серьезно что ли? Ты чё, офигел что ли, капканы в меня бросать? Он что-то забагался, такое чувство. Ай, блин, да ты чё? Блин, ну и как быть теперь? Так давайте его еще раз попробуем отвлечь будильником. Но перед этим предлагаю взять ломик, который там находится, и положить его домой. Это пригодится для одного дела. Я надеюсь, тут предметы сейвятся хотя бы. А давайте прямо сейчас заберем. Пригодится, может быть. Он телевизор смотрит там сейчас или нет? Смотрит, да. Кладем будильник и уходим нафиг отсюда. Ждем, пока он пойдет туда. Мы войдем домой, откроем дверь по-быстрому. Надо хотя бы ключ взять и это открыть. Доски отковырять. Берем ключ и открываем скорее замок. Так, ладно, хотя бы это сделать успели. Да, после того, как мы открываем дверь, ну хотя код еще не открыт, загорается зеленый свет вон там, который ничего, к сожалению, нам не дает. Это просто загадка какая-то непонятная. Насчет Hello Neighbor, кстати, вот реально. Второй, я вот видел, что по геймплею. Надо будет, конечно, поиграть, но все-таки вторая часть, она такая мрачноватая. Более мрачнее, чем первая. Мне первая понравилась как-то больше. Но вторую надо будет поиграть. А вот особенно альфа, пре-альфа, альфа 1. Вот они были прикольные. И более прикольные, чем эта самая финальная версия. Потому что, видите, реалистичный какой стиль рисовки, реально красивый. Блин, а. Может его опять будильником отвлечь? А, блин, он вышел уже. Надо бы как-то пробраться в спальню к нему. По-моему, это здесь нету стекла. Но надо попробовать туда запрыгнуть. Получится это или нет, я что-то вот не знаю. Тут еще так темно, что я ничего не вижу. Я, по-моему, не взял никаких предметов. Вообще вот ничего не вижу, вообще ничего не видно. Где сосед сейчас ходит, я не знаю. Тут стекло, может? Ну-ка, давайте попробуем разбить. Если я коробку сейчас ту найду. В такой темноте ничего вообще не вижу. Я не вижу нигде коробки. Давайте переспим лучше. Вот ничего вообще не видно. Просто ничего.
Так, сосед все еще смотрит телевизор. Давайте возьмем коробку. А, так вот, тут... А, он заколотил уже, вот зараза. Ох, блин, ну это пипец. Надо, короче, залезть в спальню и где-то найти, короче, ультрафиолетовую лампу. Его нету там, что ли, уже? Твою ж налево. Блин. Как он меня в шкафу-то поймал? В смысле? Зеленый свет прикольно в темноте выглядит. Надо, надо как-то попасть в спальню и это... Там ультрафиолетовая лампа может быть. Надо посмотреть. Да блин, его опять там нет уже. Ладно, пусть туда пойдет. В капкан не натыкаться бы надо. Пока он отвлекается на будильник, попробуем залезть в спальню или куда-нибудь еще. Ультрафиолетовая лампа где-то должна быть. Она может быть в спальне. Я помню, она там может быть запросто. Вот она. Четыре, семь, восемь, пять. Хорошо, понятно. Хотя бы код узнали, хотя я его и так знаю. Опа. Да, этот сосед тоже изменен. Если в доме лежит какая-то коробка, можно, в принципе, разбить стекло и тоже и вылезти туда на улицу. Но у меня, к сожалению, нету ничего. Сейчас что-то это не работает, но вот когда после нескольких проигрышей или снов сосед должен, короче, выходить из двери, вышибать себе окно и заходить через него. И потом так делать всегда. Но сейчас это, видимо, не работает. Сейчас он, видимо, просто... Сейчас у него третий вариант цикла передвижения и действий. Видимо, из-за того, что мы открыли подвал наполовину. Надо открыть... Еще этот код. Еще раз отвлекаем его будильником. Твою же мать. Да как он... В смысле, соседа, а чё ты за мной-то бегаешь, а? Да блин. И два сразу, ну зачем? О, нету капканов больше. Так, ждем, пока он туда пойдет, и открываем дверь. Ничего не поменялось. Кроме этого. Кроме того, что сосед стал из второго соседа. Ну, ссылку на мод я в описании оставлю, конечно. Так, пора открывать дверь. 4, 7, 8, 5. Все, в подвал мы, можно сказать, вошли. И ничего тут нет. Это, видите, что даже происходит? Он даже сквозь дверь тут ловит.
Такой вот модик, короче, вот у нас. Мы его прошли, можно сказать. Последнее, что я могу продемонстрировать, это включить ядерный свет. Ну-ка, может он может подождать, может он уйдет отсюда. При Альфе он, а в обычный он уходил, а тут что-то не хочет уходить. А, все, уходит, уходит. Нет. Нет, еще пока. Капканы кидает. Ну вот. Так, стоим и не двигаемся. Подождем, пока он куда-нибудь нафиг уйдет. Он что-то тупо там забагался, такое чувство. Я бы хотел врубить ядерный свет и... Да блин! Надо было подходить чуть позже. Да я хочу ядерный свет, короче, в спальне врубить. Хотя можно украсть... Ну-ка, я смогу выкрутить отсюда лампу? Я могу выкрутить лампочку отсюда обратно, могу вставить? Да, могу. Я просто украду лампочку из спальни и включу ядерный свет у себя дома. Это будет красиво. Да твою ж налево, но это бесит уже, если честно, вообще. Надо своровать лампочку оттуда. Блин, не получилось. А предметы у нас не сохраняются. Единственное, что можно сделать, это отвлечь его будильником в другую сторону. Давайте это сделаем. Я просто реально хочу украсть эту лампочку. Он не вышел, что ли? Или он вышел через другую дверь? Он через другую дверь вышел. Ну, офигеть. Ладно, попробуем. Я просто реально хочу украсть лампу оттуда и... Бежим. Все, украли лампочку, бежим отсюда. Врубаем свет. Вставляем лампочку и... Вау. Я теперь выключатель даже не найду. Давайте посмотрим, как это со стороны выглядит. Охренеть. Охренеть просто. Ну, давайте... Ну, и теперь давайте напоследок просто полетаем. Мы оказались у него на крыше. Могу ли я залезть? Ах, я упал. Блин, не мешай мне, сосед. Не видишь, я тут пытаюсь улететь от тебя подальше нафиг. Я даже выход не вижу. Ладно, украдем бак у него, если я его сейчас найду вообще. Я его не найду, ничего тут не видно.
А, их и нету. Их и нету, блин. Может, они там... Вот, вот, вот один баг. Ну и давайте попробуем за карту улететь. Не получилось. И вот мы и улетели, только вот за край карты. Ну ладно, такой вот выпуск был, короче говоря, у нас светящийся дом и сосед из Пресс-сет 2. Ну что ж, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, группу ВКонтакте, и всем пока.